او عتیاتر انجیک ان خوچا اب زکوح قادو یحزر بخوا او چ اسکو یروب یگیزنم حفظ بزیرلا قرای ات زدرگز ابا روسیا او اتلا مسکوا یکوشازان قوقرادو اپنگی او تب خغلا وخت ایگی عملوان ارکنا درگاد وخچالا و عتیاتر انجیک ان خوا ارچی رگوب وس بزیتا از خزاز رگلشتا ای درگلز گماچم Апшавчаги гулаги псылаги бзи ябитари и гумчу агуб. Абаза артистку пьеса чацк дыргыл пхазаги апшавча на пасрадула и нардасит. А театр хбзазара рыца нахвати азарбава вега пихад аурашу сау Маяковский Владимир. Вахчала театр инджигерн хараге чадрысу. А пьеса чацку рыдын халыт и адрбахазги яку кысхыт. Знаете что, Котыла Урсабович, лучше займемся декламацией. Чем займешься? Декламацией, бабушка. Это громкое чтение с выражением. Бабушка, ну ж, вы пошли бы к себе, а то у вас голова заболит. Я к выражениям привыкла. Когда Микич с приказчиками рассчитывается, тут такая декламация бивает. Начинайте. Как хотите. Графиня, я вчера в саду Булонском бродил среди статуй мраморных холодных... И вдруг набрел на тихую беседку, увитую плющом и виноградом. А ты что хотела мне сказать? А я бродила по Монмартру, и там случайно... Почему таким противным голосом разговариваешь? Так полагается, бабушка. И там случайно в лавке букиниста попались мне Овидио-сонеты. Сваха вчера приходила, меня хотят выдать замуж. Что-что? Это там написано? Да, бабушка, написано по-французски, сказала графиня. Россия шабурашчиуша зла за фестиваля пняхпна дырга запхагылара, ужиге адгаракуа хазнаргуш худихит, анкокура ялаз хашца Асланбек. Шабышта из вапхад Москва ханыз, сгуи тадзамуква епхахавата... директор Тинхавара Пономарина Куршева усак сазаул ищет на уйдак обшитал хад и шубу обшитал апхета я ваше станвала хочу штал хад сапхет я сштихт и лгу апхад салал цад арапнги вану махану маги хаджоку малсква репетиция ахчпад ар яхчпаз репетиция ищти о Москва хаатсаз яхчпаз репетиция ква шапшам из лам гуас дуже Москва хаата атмосфера гидача закон саргуш хват рецепзитис чпарнски ри Москва ханы за фестиваль от гара агыз ягызла апкалаги яхгугаб яхтакаб рецеги шардата от гара хамазларнас рецеги дыр шардала хархарнас хатакаб Асланбек ава раджа шақвата излаз анқоқыра дақша жұмта. Ауа адырбаз рақмарши ава шучарак дапхырын схиюхет. Здравствуй, любимая мама. Здравствуй, родная земля. Каждую ночь засыпая, вижу родные края. Сиди в землянке покатой, от сажи очистив лицо. Под тусклым огнем керосинки пишу я тебе письмецо. Как твое сердце? Родная, а помнишь, пугала меня, мол, подрасти не успею, останусь один без тебя. Здесь многие пишут невестам, прости, что не встретил ее. Сейчас вы бы рядышком были, не скучно жилось бы вдвоем. После вчерашнего боя долго под ивой лежал. Нежные, теплые руки твои на плечах вспоминал. Бывает мне страшно в окопе. Я, мамочка, тихо шепчу. А в битве, и даже сражаясь, за маму врагу я кричу. Мы гадов немецких прогоним. Дойдем до Берлина, мамуль. Молитва твоя, я уверен, меня сберегает от пуль. Недавно мне снилась отчизна. Родимая наша земля, все пламенем было объято. К тебе я бежал по углям, а ты от меня отдалялась. Я каждую ночь тебя звал, и вот ты вчера мне приснилась. Руками меня обняла, всю ночь у груди продержала, уйти от себя не дала. Мы завтра идем в наступление, но чувствую, радуюсь я,
что скоро, любимая мама, я снова увижу тебя. Прошу, ты ответь поскорее. Дам слово, что буду живой. А если вдруг слово нарушил, душою останусь с тобой. Россия қалақыда апыны якушаз анқоқыра далан ауақа театр инжик ақымар өбіч әмерге. Абар өй Москва аэропорт апыны яна ақымар амштақи ағуала шақырақа. Әнай сахат асқан езіркі зақырал шапкуынылырыл аты тазы театрал коллектив ба. Репетиция көні апасқа. Сас шақ әрі театр фестиваль случайна пұшала шас. Арат варалы бізіте ақымар өхақчы. یحزش بودم، آواست چهزار بودم، حادث بودم که حادثتا راست گیف خواب است زخترون. اصلان سر زورید و عاقل تا مرو حنالا گسکن زورید و خمارش نزبست خا یاسکون ود و عیز مبارز کس یخت اری ابزخوا ابزخوا اسمش کوچولاتا فکر میکنم با وابسته حالار خیابان کتی حرايونی ابزدی اوزم با ازالش ابو عقلان برای ونپیاس دیزاس وز یبقا خواهد زوری دلگون ول مارش اوی یالر باز اوی انگوتا انبسطا یالت زارول ا پرفیزیونالری مسکوی تاکو اکتورکو گیرزاب نسواش اواس ابزیتی چپان هرگی حضرز هرگی حلزا گلدیش حضیش کوزابشته شبخه تا برای برای پتازما یحضر از تحقیق درس و الله حضور از خود فیاحر و تحت سخته خوبش تحقیق می‌کنه. وحشالا آواتیاتر انجیک راکمارشالا آباز که حقزم که هر سپولی کشبو آخوش درخید. Запомни, сын мой, как бы не был длинен твой путь по жизни до последних дней, через года. Во всей судьбе твоей останутся лишь две святых святыни. Их имя – Мать и Родина. Они – начало всех начал твоих высоких. В час праздника и в час беды жестокой ты перед ними голову склони. На родине ты сам в себе уверен, могуч и прочен, полон жажды жить. Все, что задумал и свершить намерен, тебе поможет Родина свершить. Лишь в отчим доме, лишь в родном краю, лишь в городе родном, в родном селении остынут материнские колени твою усталость и печаль твою. И начиная путь свой, и тоже успехи и потери, помни, сын, что ничего на свете быть не может страшней потери этих двух святынь. Москва пнен ахмарова злахварата ярла нацазла чылзына хархат албранкат арчарат за акада пач зурида. هنخید ایش حلق و آبشته بزیع بید هنخارج جحرس وام پاندمیه که شوگی آریش چپاره تقبر رکن حاتت زد و جیری پیتیت حچپید فестیوال فیروسیسکی فестیوال حزلالالس اسپیکتکل خانوما ریپیتیت حچپید وش ایش باز درام است که ایش باز بچال Москваги гала-концерт Хадрайгуан военно-патриотическая новелла Ихтаргалд директор Маринищи Аллаха режиссер и согласоват Сарчпан Ихюша за стихотворение Коги Дардарай Чажати Аллархан Аллас Ихтарайгуан Пшимшкхаан Ихбахава Хаджикулх Шабиштихкобхад коллектив шабгу яхгуа патахцад шабуштаги яхбчалд хнардаст зымбаги хазырыста хайхт азджек ари
Шучуку шаку пхава гард хацкаш хараса кавказ шаятицкоз бзитзи абидар хова шабуштя хайгурхад дара москвичкоги. Сара анул тура сасакумард, ауса балада о матери Ольга Киевская илджута ауса абхад. 41-й. Год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый, все при нем и силушка, и стать. А второй пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Нос сзади еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляла. «Найн!» — твердил он важно. «Расстреляй!» «Нет!» — она просила. «Пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицерий чинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем сина! Кто тебе милей? Выбирай!» Смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, а последыш обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелайший врагу мук таких!» Детей перекрестила и призналась фрицу: «Не могу!» Ну, а тот непробиваем с наслаждением нюхает цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, ты спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал». «Нет, братишка, — отозвался младший, — я останусь, что тут говорить? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил битое, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляй!» Ахнули два выстрела и птиц разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночкам, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. А она баюкая их тихо. Вытирала с губ сыновних кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери
Черный город, что ты?